Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я покажу вам один небольшой магазин, в котором я была на прошлые выходные. И какие сюрпризы там меня ожидали. Будет всего лишь один магазин, видео не будет утомительным. И вы сможете посмотреть все, что меня порадовало тогда. Да вы уже сами видите, посмотрите, что там было в этом магазине. Прекрасные фигурки дам. Посмотрите, какая красота. Вы спрашивали меня, чтобы я показала свою коллекцию. Конечно, я это вам покажу, но давайте посмотрим, что же это такое. Это Royal Doulton, и это статуэтка, прекрасная Дженнет. Очень красивая она. Я вам сниму ее еще более подробно, потом позже вы посмотрите. Я сняла для вас ее отдельно, что вы сможете полностью все это рассмотреть. А давайте сейчас посмотрим, что было еще. Были еще вот эти слоны. Конечно, многие мне подписчики писали, что это ценные статуэточки, такие деревянные. Я и сама это знаю, но они как-то меня не привлекают. Их здесь много, было тоже чья-то коллекция, видите, сколько. Они были недорогие, конечно, это все можно покупать, но я уже придерживаюсь одной какой-то такой линии статуэтки, что-то такое интересное. Вот Адама в желтом платье, это тоже Royal Doulton, и это статуэтка Кэролайн. Я уже ее несколько раз вам показывала, поэтому я даже ее не брала в руки. У меня она уже есть такая. Но в этом магазине были еще красивые стеклянные бокалы. Вы это все видите, чашки. Ну, такое. Конечно, посмотреть можно было и купить, но это все у меня уже есть. Я на этом не останавливалась. Так вот просто мельком посмотрела. Ну, а здесь, друзья, прекрасная Дженнет. Вот Royal Doulton, я положила ее, поставила, вернее, сюда, вот здесь, возле украшений, потому что она как королевишна, такая красивая. Я любовалась ею и снимала это на видео. Она действительно роскошная статуэтка, посмотрите, какая красота, какое у нее платье прекрасное, такое фиолетово-розовое, оно переливается, оно очень красивая девушка, просто прекрасная, она держит корзинку с цветами. Как красиво эта статуэтка, и как красиво я ее здесь положила на эту полку возле украшений. Различные там сережки еще были. Вот, вы это все рассматриваете, а я вам расскажу об этой статуэтке. Я посмотрела уже дома в интернете, что это Royal Doulton, причем это почти что антикварная статуэтка, это 1933 год. Именно такая статуэтка выпускалась в период с 1932 по 1940, по-моему, 9 или 45 год, уже не помню точно. Вот такая редкость была в этом магазине. На просторах интернета эта статуэтка очень дорогая, она редкая. Она стоит минимум 200 фунтов. Но есть и цена побольше, есть и цена в 400 с чем-то. Это все вы увидите потом попозже с фотографии с интернета, которые я сделала. А сейчас вот посмотрите еще на украшения, которые тоже меня заинтересовали, которые я тоже рассматривала и положила их здесь, возле этой прекрасной статуэтки, чтобы вы тоже посмотрели. Вот такие Аврора Бореалис, прекрасные голубые бусы и жемчуг, которые вы видели раньше. Но будет еще обзор с этого магазина украшений, то есть не переключайтесь, посмотрите это видео интересное до последней минуты. Я прочитала все об этой статуэтке. Написано, что это полностью ручная работа, полностью ручная роспись этой статуэтки. Она красивая. Посмотрите теперь, сколько она стоит в интернете. Это фотографии из интернета. Но не все Дженнет дорогие. Видите, вот это вот совершенно недорогая. То есть надо смотреть на номер. Какой номер статуэтки? Все зависит от года выпуска, от серии. Зависит и цена. Эта статуэтка, которая была в этом магазине, очень дорогая и редкая. Мне повезло. Тогда я даже не знала, не задумывалась. Просто мне понравилась эта девушка. Я видела, как тонкие черты ее лица, как красивые цветы в ее руках, как это все тонко сделано, какое ее платье шикарное, как это все светится, как оно мелькает. И у меня просто было как-то, как вам сказать, прилив счастья от того, что я увидела эту красоту, и есть такая возможность купить это за небольшие деньги. Я даже не проверяла ее стоимость в интернете, скажу вам честно, это точно. Просто мне понравилась эта статуэтка, я не ошиблась. Дома я уже просто была поражена цене, которая в интернете, и
тогда счастье еще добавилось, еще больше. А сейчас смотрите, пожалуйста, друзья, на украшения, которые я тоже здесь рассматривала в этом магазине. И здесь я нашла эти прекрасные бусы из жемчуга и вот эти вот голубые Аврора Бореалис, там они были. Посмотрите, что было еще кроме этого. Кроме этого, было много всего интересного. Вы уже некоторые рассмотрели вот эти вот деревянные такие интересные. Одна женщина тоже их рассматривала, хотела купить. Эти вот тоже очень интересные бусики с такими интересными переходами. Но, к сожалению, это пластик. Если бы это были натуральные камушки, то цены им нет, они очень красивые. Теперь посмотрите, вот эта вот цепочка. Конечно, она простенькая, но просто она такая, думаю, посмотрю на нее. Кулончик такой интересный, но такой меня не привлекает. Мне очень нравятся бусы из камней или Аврора Бореалис кристаллы, вот что-то такое. Вот это тоже интересный жемчуг был. Я забыла его взять. Это тоже интересно, оно завязывается на узел. Я такого ранее не видела. Тоже интересно было на такое посмотреть решение. И бус из жемчуга. Конечно же, их уже там нету. Что очень жалко. Но, видите, иногда вот так вот смотришь, потом забываешь. Потому что я взяла уже те, думала те потом и забыла. Но ничего. Браслеты. Интересные браслеты, ну так просто посмотреть. Вот смотрите еще здесь. Вот эти бусики тоже очень интересные. Посмотрите, какие они красивые. Я не знаю, как правильно называются эти бусины, но они перламутровые такие. Очень красивый цвет, такое плетение, золотистые и такие вишневые с отливом таким перламутровым. Очень они деликатные такие. Там застежка такая позолоченная, красивые, очень красивые. Вот эти вот тоже там были красивые. Это вот такое что-то, знаете, на любителя. Но я рассматриваю все, потому что как раз в этот день выставили эти украшения. Их было очень много. Вот черные опять бусики такие. Ну, у меня такие уже есть, я уже даже не стану покупать. Теперь вот это вот тоже что-то такое. Ну, так просто посмотреть, чтобы было представление, что бывает в магазине. Вот. Дальше еще там есть жемчуг, но это все очень легкое. То есть берешь в руку, это как бы ощущение теплоты и ощущение такой легкости, как бы совсем ничего в твоей руке. И ты сразу понимаешь, что это пластмасса. Друзья, спасибо большое всем вам. Пока-пока.